Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжим играть в Fallout, и сейчас у нас на повестке прохождение следующего квеста. Точнее, не прохождение квеста, а продолжение прохождения квеста. У нас стоит осмотреть бункер задания. Это квест называется «Пропавший патруль». Фактически мы уже третью часть будем делать по этому квесту. Постепенно мы его проходим. Давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Но тут обращаю ваше внимание на то, что мы стоим сейчас на радиовышке. Как видите. Терминал релейной башни. Дьякон, отойди. Да я знаю, что мы молодцы. Давайте посмотрим, что здесь есть. Для усиления сигналов на ближайшей территории выведите ретрансляторы. Вывести ретрансляторы. Готово. Выведение ретрансляторов и получение сигнала. Пожалуйста, отойдите. Ух ты, смотрите. Навигационный сигнал. Радиосигнал Гринбрайера. Прикольно. А что еще можем делать? Убрать ретрансляторы. Автоматический сигнал. Тревоги. Навигационный сигнал. Пусть будет так. Ладно. Так, ну нам, собственно говоря, двигаться надо по карте вот туда. Не знаю, лагерь тот там находится или не там. Давайте выдвигаться. Единственное, опять же, хотелось бы, конечно, дождаться дня. Мясо брамина. Так. Давайте пойдем. Ну вот. По этой дороге надо топать. Так, что-то там взорвалось. Не знаю, хорошо это или не очень хорошо. Вас не видит. Ладно, давайте пробежимся чуть-чуть. Это кто? Эй. Hey there. Please. I'm so thirsty. Could you spare any water? На. Of course. Here you go. Oh, thank you. Thank you. И чего? Thank you. I'm just gonna rest here a bit more until I get my strength back. Ну окей, отдыхай. Мина. Мина — это плохо. Значит, могут быть еще мины. Так, разведет бункер. Давайте открывать. Пароль у нас есть. Управление дверью. Открыть дверь. Так, ну что ж, пошли. Ух ты. Paladin Brandis? Freeze! One more step and I'll blow your damn head off! Who are you?
Так. Нет. Нет, Брэндис. В смысле взбесило? Какое взбесило? Так, нет, меня это не устраивает. Давайте загрузимся заново. Я не хочу такую концовку. Давайте подтвердим. Так, портируемся на ту точку, на радиовышку. Удача определяет ваше общее везение и влияет на скорость заполнения индикатора критической атаки. Что, продолжим давайте наш путь. Веселухи не будет, мы уйдем. А мы уйдем на север. Робот. Да что ж вы делаете-то? Жесть какая. А в тот раз мы там встретили какую-то тетку. Помните? Так, давайте уколемся. Так, тут великан какой-то, смотрите. Давайте мочить его.
Так, стоп. Какой у нас поприкольней? Неужели мы его продали? Так, ну в этот раз мы с ним явно хорошо так справились. Что у него там хорошего еще есть? Поднос есть. Для левой руки, для левой ноги. Лапа. Дробовик. Ладно, фиг с ним. Так, стоп, под дробовик. Урон 52. А у нас у дробовика какой? А, ну все, без вариантов. Так, хорошо, здесь мы справились. Давайте теперь сохранимся. Уберем оружие. И попробуем еще раз пройти. Да, управление двери. Открыть дверь. Paladin Brandis? Freeze. One more step and I'll blow your damn head off. Who are you? Who sent you? How did you get in here? Я хочу поговорить. Calm down. I'm just here to talk. Talk? Why? Who sent you? What are you doing here? Сигналы о помощи. I followed the distress beacons left by your team. Their holotapes led me here. The others? What happened to them? They're dead, Paladin. I recovered their tags. You did? Thank you. This really means a lot to me. I tried to go back for them, you know. There was nothing I could do, not alone, but I'd hoped. You've been through a lot to find me. I should give you something. I've collected a lot over the years. Technology, odds and ends. If you see anything you want, take it. Приятно помочь. Glad I was able to help. I appreciate it. Thank you. Вот такой расклад меня устраивает больше. А? Как вам? Совсем другие яйца. Вот это я понимаю. Ну а в тот раз он напал, наверное, на нас из-за того, что там вылез вот этот вот тролль, орк, я не знаю, кто он там. Чудовище какое-то. Давайте смотреть, что у них есть. Крышка, патрон. Туалет тут всякий. Так. Стимулятора 2 возьмем. Поднос можно взять? Спасибо. Кексы. Патрончики. Топливо. Ну, только я не вижу, где здесь чертежи, как он там обещал нам всякие. И прочую фигню. А, вот, смотрите, глазопись. Возьмем передатчик, военную электросхему.
2-миллиметровый электромагнитный картридж. Не знаю, что это такое. Но возьмем. Так. М-302, давайте что-нибудь выкинем. Ну вот эту фигню, например. Так, давайте глазопись посмотрим. Так, глазопись паладина Брентиса. Это что ли? Brotherhood of Steel Recon Team 429 Alpha. Final report. Our mission has failed. 6 hours after insertion, my company was ambushed. We lost 5 knights and exhausted our power armor reserves. We scuttled the armor to prevent looting, then retreated under fire, abandoning our supplies. I was separated from the 2 remaining members of my team within a week. Both are missing. Status unknown. I'd hoped to rendezvous with them at our holdout bunker and seek a means of escape from the Commonwealth. But no one has come. No one has come. Да, печальная история. Может быть, он нам еще что-нибудь расскажет? Paladin? Look, just take what you need and go. Take whatever you need, just leave me be. Ну, как скажешь. Там вон ваши пацаны пришли. Летают на всяких вертушках. Может, ты с ними пойдешь? Давайте, может, его закроем. А, тут же была мина, помните? Давайте закроем его. Управление дверью. Ха-ха. Да. Закрыто. Ну что ж, давайте тогда возвращаться. Это задание мы с вами сделали. Что у нас еще остается? Скрыть тайник. Устранить охотника. Забрать закладку. Тень стали. Вот еще есть осмотреть галерею Пикмана. Можно тоже будет сделать. Наверное, там в следующий раз или в какие-нибудь ближайшие разы посмотрим. Ну а дальше уже по сюжету пойдем. Всем большое спасибо, кто смотрел. Приходите еще, будет много всего интересного. Пока-пока.